Год российского кино в Ненецком округе пройдет премьера художественного фильма «Ближе, чем кажется». 14 мая жители и гости Нарьян-Мара смогут посмотреть новый отечественный фильм бесплатно. Премьеру представит один из режиссеров этой киноленты Герман Дюкарев. В основу фильма легли жизненные истории, которые происходят вокруг нас и с нами. Шестилетний Коля Пыхтин приезжает на музыкальный конкурс в столицу. Но его главная цель – не победить, а отыскать своего отца, которого он никогда не видел. Приемные родители забирают детдомовца Сеню Кораблева в свой дом. Георгий, житель небольшой деревушки на Кавказе, переживает побег своей дочери с ухажером. 8-летняя Саша сторонится своего второго папу и строит ему козни. Примечательно, что продюсерская, режиссерская и сценарная группа состоит из кинодебютантов, а новеллы, вошедшие в альманах, были отобраны по итогам питчинга дебютантов экспертной комиссии под руководством Сергея Лазарука. Также в рамках премьерного показа фильма состоится бесплатный трехдневный мастер-класс. У нас приезжает московский режиссер Герман Дюкарев, один из режиссеров киноновелл фильма «Ближе, чем кажется». Он проведет трехдневный мастер-класс для всех желающих, тех, кто хочет снимать фильмы. Те, кто хочет, даже не обязательно снимать кино, а может быть какие-то ролики. Необходимо просто взять с собой либо телефон, либо фотоаппарат и прийти на наш мастер-класс. Он состоится 13 мая в 19 часов, в 7 часов вечера в кинозале Дворца культуры «Арктика». Мастер-классы пройдут также 14 и 15 числа, а показ фильма 14 мая в 17 часов в кинозале Дворца культуры «Арктика». Показ фильма и мастер-класс организованы в рамках Года российского кино 2016.